Если вы уже освоили простой вывод маток, то пора переходить на новый уровень, а именно массовый вывод маток. Кто-то спросит, а для чего массово выводить маток? Мне подходит старый дедовский способ. На это я отвечу. Если вы хотите сделать 1, 2, 3, 5 отводков, то вам подойдет старый дедовский метод. А если вы хотите сделать 30, 40, 50 отводков, то вам нужны матки. Вопрос, где их брать? Можно их покупать. Но нет гарантии, что это матки хорошие, что они придут вовремя. Ну и вообще, это как бы лотерея. Я предпочитаю выводить собственных качественных маток. Именно об этом будет данное видео. Постараюсь, чтобы данное видео было как можно короче, но чтобы при этом оно было содержательным. Поэтому буду рассказывать только самую главную основную информацию и показывать основные этапы. Первое, что вам нужно знать, когда вы собрались выводить собственных маток. Это цикл развития матки. Когда матка у нас отложила яйцо, то в стадии яйца будущая матка у нас находится трое суток. Еще 6 суток матка будущая находится в стадии личинки. Потом еще 5 суток она находится в стадии куколки. Ну и потом как бы начинается уже выход маток. Некоторые матки выходят раньше, некоторые позже. Но в 14 суток у нас уже полностью сформированная матка, которая может выйти 15, 16, 17 сутки. Для того, чтобы не запутаться во всех этих процессах, вам лучше всего в интернете найти такую штуку, которая называется «Календарь вывода маток». Там очень красиво, схематически все расписано, показано, когда матка выходит, когда она облетывается, когда начинает сеять. В общем, чтобы не заморачивать себе голову, найдите календарь вывода маток и распечатайте его себе. Это первое, что нужно сделать. Ну а теперь пойдем поэтапно. Я буду по датам вам рассказывать, показывать, какой этап, для чего, когда я делаю, давать дополнительную информацию, показывать инструменты, которые нужны для данного этапа. Итак, первый этап. Я его называю изолятор. Что это означает? Нам нужна хорошая семья, мы должны найти в этой семье матку и посадить в однорамочный изолятор. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы точно знать, какой у нас будет срок личинки. Нам нужна односуточная личинка. Не односуточное яйцо, а именно личинка. В начале видео я не зря вам рассказывал о цикле развития матки. Матка у нас ложит яйцо, которое находится в стадии яйца трое суток. А на четвертые сутки из него вылупливается личинка. И вот это и есть односуточная личинка, которая нам и нужна. Почему важен именно этот срок? Потому что до определенного момента пчелы кормят личинок одинаково. А потом они начинают разделять кормление. Те личинки, которые станут пчелами, кормятся просто. А те личинки, которые станут матками впоследствии, они кормятся маточным молочком. Когда же делать этот первый этап? Некоторые делают его уже в начале мая, но я буду отталкиваться, ну, от 1 июня. Почему от 1 июня? Потому что у нас, допустим, в приоритете мед. У нас идет рапс, потом белая акация, потом гладычия и потом переходит в липу. Как раз вот этот период я и выбираю для хорошего вывода маток и для отводков, естественно. Некоторые отводки у нас вырастут в семьи, к медосбору основному это подсолнух, а некоторые пойдут в зиму просто для увеличения крупного крылатого хозяйства. Какую семью выбрать для данной операционной? Лучше выбирать среднюю семью, потому что сильные семьи, у них матки, как правило, уже такие сработанные хорошо. А нужно выбирать средненькую семью там, где, ну, молодая матка, 1-2 года. Еще одно. Нужно выбирать семью нерайливую. Зачем вам лазить по деревьям, потом снимать раи?
нужно выбирать семью не злостную. Зачем вам собаки на пасеке? И нужно выбирать семью, естественно, медоносную. Вот это и есть селекция. Ну а теперь хорош трындеть. Сегодня 1 июня, и мы делаем этап номер один. Я иду, а вы за мной, потому что пока я трындел, уже дымарик перестал дымить. Идем. За мной. Опа, не забыть взять дымарик. И идем дальше. Идем. А вот она, моя красавица. Матка у нас, как правило, находится там, где яйца. Поэтому рамочки медовые, мы пробегаем быстро. Так, ну вот я вижу красивый засев. Вот где-то здесь рядом и должна быть наша монаршья персона. Надо было пометить ее в прошлом году, Ромчик. А я этого не сделал. Ну ничего страшного, сейчас мы ее найдем. Так, ну а вот и она. Вот она. Так, если бы я работал в паре, я бы сейчас аккуратненько взял ее в руки. Но так как я сегодня работаю один, то я возьму обычную клипсу. Оп. Все чудесненько. Все отличненько. Так, ну и теперь изолятор ставим приблизительно там же, где мы нашли матку. Там, где открытый расплод, там, где хороший доступ кислорода. Вот сюда я и поставлю. Изолятор я сделал самодельный. Если кого-то интересует, то я сниму об этом видео. В изолятор я поставил рамочку темную. Еще одно. Рамочка должна быть заранее очищена и отполирована пчелами. Потому что если поставить просто сушь, матка туда не захочет работать. Вот такая вот история. Так, ставим аккуратненько. Вот, заходит все у нас хорошо и плотненько. Так, ну и можно было матку, конечно, я пометить. Что возможно, я сейчас и сделаю. Вот она сама пришла ко мне в руки. Моя ты косявица. Метим аккуратненько, чтобы не повредить нашу косявицу. Ну и пускаем ее в изолятор. Все, ходи, броди. Ну и на этом как бы первый этап у нас завершен. Итак, что же мы вытворяли на этапе номер один? В хорошей семье мы нашли матку и посадили ее в однорамочный изолятор для того, чтобы точно знать, когда у нас появятся односуточные личинки. Если мы это сделали 1 числа, то 2 числа у нас будет сутки, 2, 3, 4 сутки у нас будут 5 числа, рано утром. Но до этого нам еще нужно сформировать стартер. Это будет этап номер 2. И мы его будем делать за сутки до вылупления наших личинок. А именно 4 числа. Вот 4 числа мы с вами и встретимся. И я вам покажу, что дальше нужно делать. Ну а чтобы ожидание не было столь томным, длительным, мы, конечно же, используем монтаж. Итак, сейчас уже 4 число, на моем лице появилась легкая 3-суточная щетина, и мы переходим к этапу номер 2. Мы начинаем формировать наш стартер, ну или стартер, кто как хочет, так и называет. Это не то, что в машине, нет, это мы будем работать сейчас с пчелами. Что же мы будем делать на этом втором этапе? Нам нужна хорошая, большая семья, которая находится в преддраевом состоянии. Мы из этой семьи забираем маточку, ну, или изолируем ее, или делаем отводочек маленький. Дополнительно усиливаем вот эту семью, чтобы она впоследствии оттянула нам
красивые, вот такие вот, вернее, вот такие вот маточники. Ну что, хорош трындеть, идем, я буду показывать, как это делается. Идем, за мной. Так, дымарь. Дальше идем. Опа, маску надо, а дымарь-то куда? Руки-то заняты. А вот так. Идем. Комцугир. А вот она, моя красавица. Итак, формируем стартер. Есть у меня вот такая вот семья, которая на данный момент уже заполнила весь улей. И она сейчас находится в преддраевом состоянии. Они активно уже начали бить мисочки, но яиц там еще пока нету. Но это вопрос времени, скоро они появятся. Поэтому с этой семьей нужно срочно что-то делать. Ну вот такую семью я и возьму для формирования стартера. Итак, первое, что нам нужно сделать для того, чтобы сформировать стартер, нужно найти мамку, то есть маточку. И тут есть два варианта. Либо мы ее отсаживаем за глухую перегородку в этом же улье, либо мы делаем отводок. Я выбираю второе, потому что места здесь маловато и развернуться будет сложно. Тем более, что матку здесь все равно нужно менять, поэтому я ее отведу, а потом чуть-чуть позже поменяю на новую. Ну вот, как я и говорил, на первой рамочке уже мы видим, что вот мисочки. Личинок там еще пока нету, но семье этой уже тесно, им уже жарко, и с ними в любом случае нужно что-то делать. Дальше мы видим то же самое. Активно бьют мисочки в нижней части рамочек. Это говорит о том, что скоро они разроятся. Сразу проверяем на наличие маточников. Чпок. Так, ну а вот мне повезло, буквально 1, 2, 3, 4 на пятой рамочке я увидел нашу мамочку. Сейчас покажу. Вот она как тусует. Так, ну что, сразу я ее помечу, чтобы в следующий раз поиск был более быстрым. Ну и дальше пойдет все у нас гораздо быстрее. Вот какая. Ох, какая жопка у нее. Настоящая женщина. Итак, маточку я помечаю. И пока что посажу ее в клипсу. Вот так. И положу в тенечек. Теперь, что нам нужно сделать? Мы забираем все рамочки, где есть открытый расплод. Ну, оставляем только те рамочки с открытым расплодом, где личинки уже такие здоровые чевряки такие. А там, где однодневочка, там, где только вылупившиеся личиночки, мы все рамочки забираем. Потому что семья осиротеет, и она завтра уже начнет оттягивать маточники. Также сейчас пробегаем и осматриваем все рамочки. Удаляем все мисочки. Если есть маточники, удаляем маточники. В мисочках все удаляем, потому что может притаиться там гнусный чеврячок. И может наш весь этот процесс накрыться, как я уже говорил, маршем Гембельсона. Вот, то, что я и говорил. Смотрите. Вы посмотрите, что делается. Вот это все дело нужно удалить. Итак, с отводочком я разобрался. Теперь возвращаемся к нашему стартеру. Значит, забрал я отсюда 6 рамочек. Убрал рамочки откровенно пустующие. Итого у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рамочек. Вот рамочки я пометил буквой П. Это те рамочки, на которых много перги. Это очень важно для того, чтобы поставить вот эти рамочки рядом с прививочными рамочками. Вот, какая хорошая перговая рамочка. Очень важно для того, чтобы оттянули красивые маточники, чтобы перговая рамка стояла рядом с прививочной. То есть, чтобы корм был непосредственно рядом.
То есть вот сюда завтра мы и поставим прививочную рамочку. Теперь, что нужно нам еще сделать? У этих пчел есть желание вывести свою хорошую матку. У нас есть желание получить качественные, хорошие маточники. В этом наши желания совпадают. И я сейчас немного им даже помогу. Я возьму из других семей еще рамочек 8-10 и пчел встряхну дополнительно в эту семью. Желательно выбирать рамочки, где открытый расплод, то есть где крупные личинки, там где много молодой пчелы, то есть пчелы-кормилицы, которая и будет работать над нашими маточниками. Также мы отбираем рамочки там, где печатный расплод на выходе, то есть естественно тоже там, где молодая пчела. И будем стряхивать их сюда. В тех семьях, из которых я буду забирать сейчас рамочки с пчелами, маточек я уже отсадил, нашел. И сейчас работа пойдет быстро. Ну и партия первая пошла, как говорится. Берем вот так и стряхиваем прямо сверху. Стряхиваем, а вот эти рамочки возвращаем в родную семью. То есть наша цель сделать семью гигант, при том, что в ней будет много именно молодой пчелы, которая будет работать над нашими маточниками. Продолжаем в том же духе. Можно сделать спереди аэродром, чтобы пчелы залезали в литок, но здесь место пока что есть, поэтому я пока стряхиваю вот так. Основное правило стартера. Пчелы не бывает много. Лучше пусть будет больше, чем меньше. Делаем аэродром. Берем что-нибудь. Доска, пластик, ДВП. Фанера. Бросаем сверху какую-то тряпочку, чтобы пчелам было легче залезать. И стряхиваем дальше. Пошла жара. Эх! Ну и вот такая у нас получилась громадная семья. Она сжата, им жарко, и они сейчас будут искать всю возможность для того, чтобы куда-то деть эту энергию. Пчелы здесь много. Дополнительно сюда вернется пчела вся летная из отводка, и эта семья разбухнет, как весенняя почка. На этом формирование стартера завершено. Закрываем эту семью, оставляем ее в спокойствии до завтра. А завтра будем ставить прививочную рамочку сюда. Итак, этап второй у нас завершен. И следующий этап третий у нас будет через сутки, то есть завтра, то есть 5 числа. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. До завтра. Всем доброе утро! Итак, у нас прошел уже целый день и целая тревожная ночь. Сегодня 5 число, и мы переходим к этапу номер 3. Я его называю перенос. Очень важно, чтобы в этот этап не дрожали, не тряслись руки. Поэтому я так тревожно и спал. Я немножко помят, но тем не менее готов к работе. Что же мы будем делать сегодня? Итак, из однорамочного изолятора мы изымаем рамку, на которой у нас уже есть односуточные личинки. Маточку из этой рамочки мы выпускаем обратно в родную семью. Идем в специально подготовленное помещение и из этой рамки
В заранее приготовленную другую рамочку мы будем ручным способом пересаживать наших личиночек в колпачки. Вот поэтому очень важно, чтобы руки не дрожали. Потом мы берем вот эту рамочку с пересаженными личинками и будем устанавливать в наш стартер. Ну или стартер, кто как хочет, так и называет. Но перед этим нам нужно проверить, нет ли в стартере своих маточников, так как вчера мы оттуда маточку изъяли. Если этого не сделать, то весь процесс может накрыться, как говорят музыканты, маршем Гембельсона. Ну что, пойдем, хорош трындеть. Ахбайтен, ахбайтен! Идем, 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 за мной, за мной, за мной, за мной. Так, дымарик берем, масочку одеваем. Идем, 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 идем. Блин, голову забыл. Идем назад за головой, идем, 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 идем. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. А вот она голова. Ку-ку. Итак, пошли у нас четвертые сутки, и самое время посмотреть, как же поработала наша мамка. Аккуратненько вытаскиваем наш изолятор и смотрим, что там у нас получилось. А получилось у нас красота. Сейчас покажу ближе. Мы имеем достаточное количество хороших однодневных личинок. Засев и с одной стороны, и засев и с другой стороны. Какие личинки мы будем выбирать, сейчас я расскажу дальше. Так, ну а вот она, наша мамка, вот они ее прячут. Выпускаем ее в семью обратно. Рамочку вот эту забираем. Пчел с рамочки мы не стряхиваем, а именно сметаем. Потому что если стряхивать, личиночки наши могут перевернуться. И тогда все накроется маршем Гембельсона. Пока я делал все приготовления, рамочку, изъятую из улья, я пока что накрыл теплым влажным полотенцем. Это очень важно. Влажность должна быть большая. Чем больше влажность, тем лучше будет прием вот этих наших личинок, которые впоследствии станут матками. Температура в помещении тоже должна быть довольно-таки жаркой. Здесь у меня только шифер, поэтому здесь температура фактически такая же, как и на улице, 30 градусов. Какие еще инструменты и приспособления нам понадобятся для данной процедуры? Первое, что нам понадобится, это китайский шпатель. Вещь очень простая, но эффективная и недорогая. Потом нам понадобится вот такая вот рамочка. Здесь есть цоколя, здесь есть мисочки. И здесь еще будет одеваться бигуди. Еще нам понадобится горячая вода, для того, чтобы полотенца были теплые. И для того, чтобы окунать время от времени туда шпатель. Во-первых, чтобы он был мягенький. Во-вторых, для дезинфекции. Ну и еще нам понадобится, конечно же, фонарикус. Без фонарикуса дела не будет. Ну что, приступаем к данной процедуре. На что мы смотрим? Дело в том, что наша матка засеяла рамочку и с одной стороны, и с другой стороны. Но с одной стороны у нас еще яйца, они нам не нужны. А с другой стороны у нас уже личинки односуточные, которые нам и нужны. Выбираем личинки, которые лежат в лужице маточного молока. Чем больше там влаги, тем лучше. Окунаем шпатель на несколько секунд в горячую воду для дезинфекции и для того, чтобы он размягчился. Теперь аккуратненько опускаем его по стеночке сота на дно. Вот так. Поддеваем личиночку и пересаживаем ее в нашу мисочку. Делаем это аккуратно, чтобы личинка не перевернулась. Потому что если она перевернется, она задохнется.
Так, аккуратненько. Руки немножко трясутся. О, получается довольно-таки неплохо. Красивые личинки с этой стороны. Работать очень приятно. Угу. Есть. Жалко, что камера не может передать вот эту красоту. На кончике шпателя у нас сейчас находится личиночка в лужице маточного молочка. Ну, может, видно, я не знаю. В этом деле нужна определенная сноровка, но если работать аккуратно, то все у нас получится. Вот личиночку хорошо видно на кончике шпателя. И хорошо видно на дне мисочки. Ну и продолжаем в том же духе. Почему важна именно односуточная личинка? Все дело в том, что пчелы могут заложить маточники и на двухсуточных, и на трехсуточных. Но матки, выведенные из односуточных личинок, считаются самыми качественными. Есть. Упала. Интересно. Продолжаем в том же духе. Говорят, что в старые времена такую процедуру делали или палочкой, или заточенной зубочисткой. Есть личиночка. Но я не представляю себе, как это у них получалось. Оп! Потому что даже с приспособлениями, ну, нужно иметь сноровку. Кстати, чем дальше, тем получается быстрее, быстрее и быстрее все это дело. Я так думаю, что если заниматься этим часто, то вся эта процедура будет занимать несколько минут. Ну а если работаешь редко, то нужно немножко потратить на это дело время. Есть. Личиночка, я ее вижу. Она меня тоже. Так. Так. Где у нас много маточного молочка? Вот у нас много маточного молочка. Подцепил с первого раза. Можно сказать, что уже почти что профи. Так, куда я еще не бросал? Вот в чем вопрос. Опа, опустил тоже с первого раза. Упало. Осталось немного, полчаса. Некоторые личиночки поддаются с первого раза, а некоторые, ну никак. Вот эту вот боролся, и похоже, она перевернулась. Ну ничего, слава любит упорных, а не упоротых. Есть. Моя ж ты будущая косявица. Так, куда я еще не опускал их? Осталось три мисочки. Бам! Упала. Упала. Так как матка начинает у нас сеять от центра и по спирали идет к краям, то как раз в центре у нас и получаются односуточные вылупившиеся личинки. А на краях еще видны яйки. Яйца. Так, куда я еще не бросал? Оп! Упала. Под конец я аж немножко забалдел. Так, еще одна личиночка. И вот эту рамочку можно ставить в стартер с первого раза. Professional. Так, опускаем. Оп. Упала. Так, теперь вот эту рамочку нам нужно обернуть полотенечком влажным, теплым.
И ставим пока что в романосик. Раз, раз. И идем к стартеру. Ну а вот такой вид имеет наш стартер на следующий день. Ай, какая красота! Перед тем, как поставить в стартер нашу рамочку с личинками, еще раз проверяем эту семью на наличие маточников. Возможно, мы пропустили какую-то личинку или какое-то гнусное яйцо. И они сейчас активно начали отстраивать там маточник. Проверяем. Ну и мы слышим первый признак того, что матки здесь нету. Гудят, гудят, крыльями машут. Сейчас они в таком взбудораженном состоянии. Матку у них забрали. Открытый расплод у них забрали. Матку выводить не из чего. И в этот момент мы им бац и ставим хорошие личинки. И получаем пользу от их состояния. Вот, после такой шоковой терапии мисочки начали бить даже на овощине, еще не оттянутой. То есть эта семья готова. Это очень хороший стартер будет. Так, вот. Чпок-чпок-чпок-чпок. Все мисочки мы удаляем. Вон, а что творится. Вон, а что творится-то. Люди добрые. Гляньте, гляньте, что они строят, эти драконы. Вот это стартер так стартер. Ничего здесь нету, они просто пустые. Это так на них повлияла шокотерапия наша. Вот. Все удаляем, удаляем, прижимаем. Так, смотрим с другой стороны. Ай, ай, потянут сейчас. Ай, сейчас потянут. Они ждут этого момента. Эта семья сейчас в таком состоянии, вот как моряк, который полгода болтался в море, а потом вышел на берег и увидел женщину. Вот это с этой семьей сейчас будет то же самое. Как набросятся они сейчас на вот этих личинок, как начнут их оттягивать. Эх, я представляю. Так, вот перговая рамочка, которую мы помечали. Возле нее мы будем ставить прививочную рамку. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Даже на перге строят маточники. Чашечки понабивали. Вот это стартер, вот это да. Я представляю. Ой, вот. Перга, перга, они валят чашечки там. Так, идем дальше. Итак, проверил я все рамочки. Все у них, как говорят в Курляндии, чикен-пукин, пукин-квакин. Итак, перговая рамочка, медово-перговая. И возле нее ставим прививочную рамочку. Аккуратненько, не трясем. Ну и сдвигаем сюда все это дело. Можно ее пометить, можно не помечать, если у вас память хорошая. Ну и через некоторое время посмотрим, как они начнут оттягивать здесь маточники. Можно даже завтра посмотреть аккуратненько, если будет очень интересно. Потому что за сутки они что натворили, а еще за сутки это будет страх. Так, еще одно. Обязательно вот эту семью нужно дать хороший подкорм. Для того, чтобы заложили хорошее маточники, нужен подкорм в большом количестве. То есть я буду ставить вот таких вот две кормушечки, каждая на 2 литры. То есть здесь будет 4 литра сиропа. Один к одному. Вот так вот. Так, ну и все, закрываем, оставляем ее в спокойствии. Вон, лезут, лезут со всех щелей. Значит, уж тесно, жарко. Сейчас, пока пообедаю, приготовлю сиропчик, сразу им залью. Ну а потом поеду, наверное, на речечку и скупнусь. И наберу в колодце питьевой воды хорошей.
то жара сегодня, он руки мокрые. Я уже как турецкий пчеловод. Весь чумазый, загоревший, смуглый. Так, все, вот это дело мы закрываем. Утепление, чпок, войлочушечка, и прикрываем. Чпок. Итак, этап третий у нас завершен, и все у нас пока что идет вроде бы хорошо. Теперь нам остается дождаться, когда запечатают маточники, и тогда мы перейдем к этапу номер 4. А это произойдет, ну, где-то числа 10-го. Эй, ты, не скучай, заходи на чай. Итак, сегодня у нас 10 число, и пошли уже 9 сутки с момента начала нашей операцион. И сейчас маточники уже должны быть запечатаны. И самое время заключить их в бигуди. Для чего, расскажу позже. Вот они, бигудюшки. Процедура, как я уже говорил, очень сложная. Берем бигуди и делаем вот так. Чпок. Чпок. Ну и дальше чпок-чпок. На некоторых маточниках уже мы видим, что начали дополнительно уже бить мисочки. То есть очень все прошло хорошо. Не буду терять время, а буду делать чпок-чпок-чпок. Вот таким вот очень сложным способом. Вот. Ну и так далее. Для чего мы делаем данную процедуру? Мы это делаем для того, чтобы, когда, не дай бог, мы проморгаем и выйдет первая матка, пчелы не разгрызли все остальные маточники. На 14-е сутки у нас, в принципе, матка уже полностью сформированная. Поэтому бывает даже, что подает в маточнике матка признаки активности, и пчелы остальные маточники уже начинают уничтожать. Так, ну и продолжаем чпок-чпок. На этом процедура завершена. Прием, конечно, получился не стопроцентный. Из 28 личинок, которые мы им дали, они по каким-то причинам не захотели оттягивать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мисочек. Но это не страшно. В этом году данного количества для отводков мне хватит. Тем более, что еще в двух ульях у меня стоят точно такие же рамочки. Теперь дело остается за малым. Если вы собираетесь раздавать маточники в отводке, как буду делать я, то это стоит сделать на 14-е сутки от начала нашей манипуляции. То есть 1 числа мы посадили матку в изолятор, 14 числа мы будем раздавать маточники. Потому что 14 числа, как я уже говорил, матки в принципе сформированы. Если же вы собираетесь дождаться выхода маток и раздавать неплодных маток, об этом у меня тоже есть видео, то стоит это сделать, 15, 16, 17 сутки матки уже должны повыходить. Все, что не вышло, это как бы брак. На этом всем пока. Ждите дальнейших интересных видео. Ну а видео будет дальнейшее о формировании отводков под маточники. Без поиска матки. Пока. Ну и в конце хочу сказать, что вот эту процедуру я делал в первый раз. Получилось у меня, получится и у вас. Прямо какой-то стих получился японский. Пока.